По легенде учения, преступники проникли на территорию учебного заведения и захватили в заложники учащихся. Злоумышленники выдвинули политические требования и угрожали подрывом здания. Также они требовали автомобиль и деньги. С ними вели переговоры по освобождению заложников. Параллельно к месту происшествия были направлены силы и средства подразделения правоохранительных органов, аварийные и экстренные службы. Мероприятия по эвакуации граждан с территории, прилегающей к месту ЧП, были проведены успешно. Действия лиц, захвативших заложников, были квалифицированы как террористический акт. В ходе отработки поставленных оперативным штабом задач заложники освобождены, один из террористов обезврежен и задержан, второй участник преступной группы нейтрализован. Пожарно-спасательные подразделения отработали тушение возгорания в результате подрыва и эвакуацию пострадавших. Взрывные устройства, обнаруженные у преступников, были обезврежены. Оперативный штаб в Республике Мордовия обращает внимание жителей на необходимость повышения бдительности, особенно в период проведения праздничных или спортивных массовых мероприятий.